Всем привет, друзья! Вы на канале kukovimovie.rf. С вами Яша, и сегодня, ребята, мы с вами посмотрим историю спасения Виллу из тюрьмы. Да, ребята, как вы помните, в прошлый раз нашу Виллу посадили в тюрьму, и сегодня наш Понечка будет ее спасать из тюрьмы. Но как же это было, смотрите до конца. Ну а всем приятного просмотра! Так, я быстро сюда пришел, как мог. Надо бы найти Виллу и спасти ее отсюда. Интересно, я смогу ее найти или нет? Надеюсь, то, что смогу. Интересно, тут кто-то есть? Пони? Я услышал какой-то знакомый голос. Кто же это? Интересно, кто? Ну-ка, Виллу, это ты? Пони, привет! Но что ты тут делаешь? Нам надо быстро убегать. Я знаю то, что надо быстро убегать, но меня сюда посадили. Надо быстро убегать отсюда. Давай убежим. А вот ты знаешь, как отсюда сбежать? Ну, конечно, знаю. Так надо немножко так, и все готово. Как ты это сделал? Меня научили. Побежим. Побежать? Ну, давай. А почему ты без меня побежала? Стой! Ну ладно, все, сейчас побежим. Побежали! Иди за мной, Виллу. Хорошо, иду. Мы убегаем, да? Да, мы убегаем, а как же еще? Давай, беги сюда. Быстрее идем на выход. Эй, ты где? А, вот ты где. Все, бежим. Ну что ж, Виллу, мы сюда прибежали. Да, Пони, мы сюда прибежали. Ну смотри, тут какой-то полицейский. Он совсем не полицейский. Это просто мальчик, переодетый в костюм полицейского. А, ну тогда понятно. Слушай, Виллу. Что? Мне ты понравилась с первого взгляда, если честно. Ты мне тоже. Но где нам теперь жить тогда? Надо думать. Да, надо думать. Офицер полиции Поле. Ну что ж, знаете что? Я когда сегодня шел в камеру, я кое-что заметил страшное. И что же такого ты там заметил, мой дорогой? Я заметил очень ужасное. Пойдемте за мной. Вот я тут. Идемте за мной, это очень ужасная вещь. Так, погнали. Ты тут? А, вот ты где. Иди давай, иди. Да иду ж я, иду. Ты чего думаешь, я такой быстрый? Вот, смотрите. Не может быть, Вилла сбежала. Да, Вилла сбежала. Но хуже всего отпечатки ног, которые я нашел. Тут был мой друг, жираф. Жирафи? Я его знаю. Он когда-то был в полиции, но уволился. Да, именно он. И я должен посадить его сюда. Можно мне это сделать? Ну, конечно, уважаемый. Привет, Пони, ты меня вызывал? Конечно, вызывал. Ты совершил преступление. Ты такое совершил? Да что именно? Ты освободил Виллу на волю. Что? Да я не мог этого сделать. Мог, иди за мной. У тебя все улики налицо. Но это не я, честно. Идем. Да куда ты пошел? Да иди сюда. Вот я где, видишь? Идем. Все, идем за мной. Ну это не я. Это ты сделал. Поэтому идем.
Иди. Иду, иду. Ну что ж, сиди теперь тут за то, что освободил Виллу, а мы будем ее искать. Ну это не я, честно. Ты. Ну что ж, ребята, следующая история будет про Виллу. Ой, точнее не про Виллу, а про жирафи. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал kukovimovie.rf. Ну а спасибо за этот ролик, за создание этого ролика моему брату, который помогал мне это делать. Ну а всем пока!